Скажи всем доброе утро. Смотрите, какая у нас Эльза сидит. Всем доброе утро. Это обидно, смотрите. Ах, вроде недавно покупала, но на самом деле покупала, когда только Люша родилась. Эту сумочку. Вообще. Теплее тоже. Красавица. Вау, Люша, будет пюре? Да. Я сейчас тебе дам. Давай залезем в коляску, хотел сказать. В машину. Красотка. Не коляска. Не-не, в машину, в машину. Машина вся влажная. Ну-ка, сможешь залезть? Моя Эльзуш. Моя Эльзушка. Мама. Ой. В общем, сегодня у нас Пурим. И параллельно у нас сегодня 8 марта. Так что всех с праздником, с женским. Сделала все дела, приехала, взяла очередь к медсестре. Оказалось, что я должна была заранее купить прививку, но не проблема, она мне написала рецепт, я спустилась вниз, вау, еще только 8:30, даже 9 нет. Уже оплатила парковку, она мне поставила прививку, оказалось, это совсем не больно, я ждала, не знаю, чего-то, когда кровь из вены берут, вот что-то такого я ждала. Поскольку я правша, она мне поставила в левую руку. Сказала, что на 5 лет я защищена. Почему я поставила прививку от коклюша? Потому что в Израиле это очень распространено. Ставят беременным на определенном сроке, уже на большом, чтобы защитить малыша. Потому что малыш получит свою вакцину в возрасте, по-моему, 2 месяцев. Ой, я очень далеко встала. Это все по желанию, рекомендательный характер. Мне посоветовала мой мастер девочку по уборке, помощницу. Я очень в штыки воспринимала все эти идеи по поводу помощницы все эти годы, потому что у меня был негативный опыт несколько лет назад, когда Люша только родилась. Наш рожу отпустили, он сразу убежал по делам в банк. А нам с Мишенькой еще пилить и пилить. Погода очень хорошая, очень тепло на улице, 26 градусов. Я в футболке. Встретили Ашера. Ашер шел по делам и продолжает идти по делам, и мы идем теперь с ним. А куртку мы уже отдали. Она будет стоить 40 шекелей, замена замка. Через несколько дней мы сможем забрать. You know that he's not allowed to Dasha to roll him? No? No. When he sees it's not me, he calls man check, he scream. Whew. Почта, на которой мы уже 100 лет не были. А было время, когда я сюда ходила очень часто. Именно на эту почту.
Ой, Чуня, maybe this? Мы только что вернулись. Мы очень быстро все наши дела сделали. К счастью, отнесли мы с Мишенькой куртку. Ашер сделал свои дела в банке. Даже мы пересеклись с ним, как вы видели на улице. Вернулись все вместе. Ой, здесь тяжелое. Сейчас буду снимать. У нас свежее. Все пойдет в заморозку. Это лепешки питы. Мы были в булочной. Вот это замороженное. Замороженное. Надо подождать, чтобы разморозилось. Они с кремом внутри. Булочки такие. Вкусно все очень пахнет, потому что невероятно свеженькое все. А здесь Ознеяман. Такие вкусные печеньки. Наверное, оставим их лучше в пакете. Нахон, ее забрали. Мне сейчас такое смешное Саят нянечка рассказала, что Лия говорит, что у мамы малыш в животике. И говорит Саят, а у тебя тоже? А Саят такая, не-не, у меня нету. Говорит, я уже бабушка. Такая ситуация забавная. А у Михаля Рашан. Ты ему разрешаешь? А шапочку нельзя? Давай ему оденем, он будет красивый. Окей. Можно? Окей. Давай, пойдем. Нам нужен сыр. Нам, ну, знаешь, какой сыр нам надо? Михаэль! Возьми его на горочку, Леонуш. Михуш, иди на горочку катайся. Где горочка? У нас столько продуктов, которые нуждаются в холодильнике, поэтому мы ненадолго пришли. Смотри, он так счастлив, что он с тобой гуляет. Видишь, какой он счастливый? Вместе с Личкой. Попу почесать. О, тут бабах упадешь. Ой-ой-ой. Сюда нельзя. Уи! Так быстро. Ой. Михаль, смотри, мама тоже качается. Михуш, Илюша качается, и мама. Мы дома. Я уже вышла из душа. Илюша еще сидит там, играет в игрушки. Надо сейчас мне делать кашу, потому что Илюша захотела кашу. Илюша! Ку-ку. Вот это, конечно, меня жутко печалит. Вообще ужасно. Посреди салона стоит и сохнет. Ну, зато хоть сохнет, знаете, сутки. Вот сутки ему уходит на то, чтобы высохнуть примерно. Сейчас планирую, кстати, еще погладить. Варится каша, я буду сейчас есть овощи с соусами. Уже приготовила себе все. Буду собирать все игрушки, пока детки там ужинают. Хочу поменять постельное Михалю. У него сегодня казус произошел с утра. И, конечно, вот это спрячу. В зависимости от того, как он поужинал и как давно, я кладу либо бутылочную
Бутылочный йогурт там 250 миллилитров, либо такой, здесь всего 100 грамм. Вот сейчас он очень плотно поел кашу, плюс там догоняется ананасом сладким, сухофруктом. Так что вот этого более чем достаточно, это просто, знаете, как ритуал. Иногда надо его прям, знаете, накормить, если он давно ужинал, либо вообще отказался ужинать, либо я не знаю, что еще произошло, то тогда у нас артиллерия в виде бутылки и трубочки. Завтра у нас нет сада. Боже, я уже так отвыкла от этого сада. С какими мыслями я сегодня просыпалась с утра, зная, что надо идти в сад, вести Люшу. Но я себе говорила, это только сегодня, это только сегодня. Последующие 3 дня не будет никакого сада, слава тебе, Господи. Куртку я хочу забрать Люшенькину в четверг. Вообще он мне сказал приходить в среду, но у меня нет планов в среду идти в центр города. Если вдруг так получится, что я там окажусь, я, конечно, к нему зайду. Но вот в четверг у меня есть планы. Я думаю, что в четверг я заберу курточку Люшенькину. Вот, мы хотим ее обязательно отремонтировать, ее замок, потому что Михаль может ее использовать. Куртка у нас такая унисекс. Так что очень важно ее сохранить. Она из России, она очень теплая, качественная. Все от нее просто балдеют, когда ее видят. Ну и при том, при всем, она очень красивая. Ладно, я буду с вами прощаться, я ужасно устала. Сейчас буду все собирать, все игрушки. Я только что перемыла всю посуду. Посмотрю, что там с Михаэлем. Потом буду его укладывать и потом буду монтировать. Не знаю, дождется ли Люша сегодня Ашер. Ашер примерно в 10 сегодня должен приехать с работы. Либо же она вырубится раньше, потому что встала на сегодня очень рано. Не знаю, в общем, как получится. Надеюсь, что она не вырубится раньше, потому что мне ее дотащить до ее 2-го этажа на кровати, это вообще нереально. Ну, а с вами мы увидимся в следующем видео. Спасибо, что были со мной весь день. Всем бай!